На 526-м избирательном участке, расположенном в 56-й средней школе, отдала свой голос первый учитель известного казахстанского исполнителя Димаша Худайбергена Клара Кажигалиева. По мнению педагога, участие в выборах – гражданский долг каждого казахстанца. Этот день для нас особенный, потому что выборы президента Казахстана – историческое событие. Я думаю, каждый казахстанец сегодня выполнит свой гражданский долг. Голос каждого жителя страны очень важен.